приветствую всех у нас на турнире. Здравствуйте, дамы и господа. На ресталище выходят участники турнира Святого Георгия. Воины сражались в полном доспехе на различном оружии. Использовали специальные пешие копья, полуторные и двойные мечи, тяжелые топоры, колоксы, булавы и щиты павезы. Все оружие, которое было в то время придумано для того, чтобы сражаться на войне, постепенно перекочевало и на турнир. Сейчас вместе с еще одним судьей, который занимает место на аресталище, это Рафаэль Бугасов, продемонстрирует основные правила. А мы давайте поаплодируем нашим судьям, потому что им не только приходится много знать, много увидеть, все правильно интерпретировать, но и зачастую рисковать не меньше рыцарей. Вот, например, Рафаэль Львович традиционно во время пеших турниров находится на самой площадке. И не зря он вот таким образом вооружен и защищен, потому что рыцари не очень хорошо видят в своих шлемах. Но это, как правило, не их проблема. Полов и Илья Есев. Вторая пара. Готовятся Юлия Петровна и Иннокентий Орден. Да, вы не ослышались. Во второй паре будет сражаться женщина. Можно сказать, что мы пошли на поводу у современных тенденций, однако это не совсем так. Дело в том, что даже в средние века, в том числе в 15 веке, были женщины, которые сражались на войне, а иногда даже и в турнирах. Да, их было очень мало, как их мало и сейчас, но тем не менее прецеденты были. Были даже целые рыцарские ордена женские. Вот этот элемент мы также извлекли из хроник Средневековья и представили здесь у нас на турнире. Ну а откроет наш турнир человек, который является без преувеличения легендой исторического фехтования. Сергей Уколов – это человек, который участвовал везде, где только можно, побеждал всех, кого только можно, завоевывал все призы, титулы и медали, которые только можно. Мы очень благодарны, что он приехал к нам и украсит наше состязание. Каждый раунд будет длиться до того момента, пока судьи не выявят победителя, но либо пока не сочтут, что соперники равны. Часов секундной стрелкой в средние века не было. И хотя встречаются поединки, описания поединков, которые велись до определенного количества времени, но чаще все оставалось на усмотрение судей. Стоп. Господа судьи, если вы понимаете, что, по вашему мнению, бой закончен, поднимайте руку. Итак, господа, вы готовы? Бой! Продолжаем. Судьи развели клинч,
чтобы бойцы не зависали в клинче, но решили, что пока преимущество еще не явное, и бойцы смогут продолжить. Бой! Готовы? Бой! Бой! Господин Уголов, у вас есть преимущество. Разрешайте вашему противнику поднять оружие. Благодарим вас. Бой! Бой! Преимущество Сергея Уколова. Ну что, аплодисменты за данным бою со счетом 3-1 побеждает Сергей Уколов, который продемонстрировал прекрасную технику фехтования, великолепные результативные удары, в том числе колющие. Миша. В данном поединке победитель Сергей Уколов. Со счетом 2-1. В первом раунде бойцы опять сойдутся на полоксах. Это название дословно переводится как «шесть топор», «пол экс». Универсальное оружие, которое было широко распространено именно в 15 веке. Оно стало эффективно распространяться именно с совершенствованием доспехов. Прорубить, промять доспехи было чрезвычайно тяжело. Преимущество на Кенте Ордена.
Держите там на трибуны. Укол в слабые места наспеха соперника, то есть локтевые сгибы изнутри под мышком. Стоп! Преимущество Юлии Петрушина. Ура! Юлия Петрушина провела два укола в подмышку. Я вам продемонстрировал преимущество фехтований. А тем временем Султан также отметил ее, посылает ей в поддержку розу с золотой лентой. Бой! Иннокентий Орлин продемонстрировал хорошую тактику, раздергивая по вертикали, то есть наносил удары сверху, снизу, сверху. Преимущество Иннокентий Орлин. И таким образом на хорошо определенное количество результативных ударов, что и отметили судьи. Преимущество Иннокентий Орлин. По очкам 2-1 побеждает Иннокентий Орлин. Таким образом Иннокентий Орлин побеждает в этом бою. В двух видах оружия он оказался сильнее. Наши аплодисменты обоим участникам. А я приглашаю на ресторане Александра Семина и Дмитрия Молодого. Готовятся. Ворота. Ждем. Все кроме участников отойдите подальше от ресторана. От барьера отойдите на несколько шагов, кроме судей. Стоп. Оруженосцы, поправьте наплечник, бойцы. Маршал Сергей Беслюдев останавливает бой. Из-за сорванного наплечника. Попробуй! Вот вы видите, собственно, почему полоксы использовались в 15 веке. Видите разрушительную силу этого оружия для доспехов соперника. Полокс весьма массивный, с большой силой наносит удары, в результате сминаются вражеские латы, рвутся ремни, шнурки, на которых они держатся. В этом раунде судьи сочли, что преимущество имел Александр Семин.
Давайте поприветствуем его. Сейчас нам требуется небольшая пауза для того, чтобы закрепить вновь его на плечнике. Во-первых, они не могли. Бой! Кто бой? Господа оруженосцы, решите, пожалуйста, вопросы с наплечниками. Стоп, бой! Увлекся боец, схватился рукой за оружие, то, о чем говорил Вадим. Во время турнирных поединков это было запрещено, потому что считалось весьма некуртуазным поведением. То есть понятно, что в бою можно применять что угодно, но на турнире хватать свободной рукой противника, неважно, за доспех, за оружие, за что угодно, не поощрял. Преимущество Дмитрия Молодого. Смена оружия. Бой! Примерно равные одним ударом, если вы не соперник среди этих клубов. Стоп, ой. Каждому бойцу по одному очку. Судьи сочли, что противники практически равны. И начисляют каждому по одному очку. Счет 2-2. Таким образом, в этом бою бойцы оказались равны. Окончательный счет в поединке 2-2. Мы ждем наших гостей, потому что наши бойцы в субботу сойдутся опять на пешем ресталище и будут продолжать набирать очки, а в воскресенье мы увидим финал. Те, кто наберут максимум очков, попадут в финал и в финале уже будут сражаться на вылет, на победу. А пока у нас ничья и каждый из бойцов получает по 2 очка в этом поединке. На поле я приглашаю Ниса Керстенса и Алексея Тихонова. Готовятся Александр Котов и Кирилл Рифкин. Итак, мы готовы продолжать. Все от барьера. От барьера. Господа, готовы? Ой! Тихонов продемонстрировал такую силовую технику, собственно, для чего и нужен полокс, для того, чтобы сминать доспехи соперника. И мы видим, что после нескольких мощных ударов по шлему открылась, забрала Нильса Керстенса. Собственно, в реальном бою на этом бы, скорее всего, все и закончилось. Следующий удар шел бы в открытое лицо и был бы смертельным. Алексей Тихонов, преимущество в этом бою. You ready? Fight! Fight!
тобой. Продолжаем. Борис с этим главного маршала поединок будет продолжен. Он счел, что оба соперника нанесли смертельные удары друг другу. Преимущество Алексея Тихонова. В этом международной соревне оказался Алексей Тихонов. Аплодисменты, и в этом бою Алексей Тихонов со счетом 2-1 побеждает. Как видите, разные виды оружия позволяют продемонстрировать участникам разные техники боя. Для тяжелого оружия понятно, что необходима большая физическая... Все от барьера. Ворота. Бой. Господа, продолжаем. Нам понравилось. Аплодисменты, аплодисменты. Бескомпромиссный. Бой! Преимущество Александра Котова. Аплодисменты, побеждает в этом видеоружке Александр Котов. Тема Кирилла Ривкина. Возникла сложная ситуация, потому что с одной стороны неравные возможности у бойцов, с другой стороны понятно, что судьи как никто заинтересованы в безопасности. Обращаю внимание, Александр Котов использует удары навершием, удары гардой. Отважных и техничных бойцов.
Бой! Стоп! Преимущество Александра Котова. Победа Александра Котова, по мнению единодушному судейской коллегии, идеальное проведение приема, укол в подмышку. Бой! Пауза, 30 секунд. Отдавать слева. Господа, нам не понравился ваш бой. У вас будет продолжение. Покажите нам то, что вы умеете реально. Маршалы сочли, что бой почти равный и не очень результативный. Бой. А сейчас есть. Устали. Стоп. Александр Котов, ваше преимущество. Александр Котов побеждает с результатом 3-0. Ну что ж, давайте поприветствуем наших участников, бойцов. Кто победил. Кто сегодня уступил, у кого будет шанс отыграться еще в субботу, также в 15 часов в середине дня. И те бойцы, которые наберут максимум очков по результатам двух боев сегодня в субботу, сойдутся в воскресенье в финале. Ну а мы приветствуем всех участников, независимо от того, сколько очков они набрали. И благодарны им за продемонстрированную технику, мужество и силу. А турнир Святого Георгия продолжается в 18 часов.